А в Шымкенте работники культуры выступили против нового руководителя профильного управления. Сотрудники театров, цирка и библиотек написали коллективное обращение к президенту с просьбой сменить действующего руководителя управления культуры. Театр приглашают на фестиваль. Нет, денег нет. Ладно, хорошо, я нахожу спонсоров, друзей, поклонников театра. Мы находим деньги на декорацию, на проезд актеров. Ну, все. Я вновь прихожу к ней. Она говорит, все равно нет. Претензий у работников культуры много, в том числе недостаточное финансирование и установка нереальных планов. Так, только драмтеатр в прошлом году должен был собрать 30% от суммы бюджета в 52 миллиона тенге, но заработать удалось меньше половины. Директор театра получил строгий выговор за невыполнение плана. Кроме того, по словам культурных работников, с момента прихода новой начальницы по различным причинам уволили 13 директоров и заместителей театров, цирка, библиотек, 10 сотрудников самого управления культуры. Пытались сократить и штат рядовых сотрудников. Сама Ханзада Есенова с обвинениями не согласна. Требуют, чтобы постоянно привлекли меня к административной ответственности. Я не понимаю, какая коррупция, в чем вот конкретно, и какая критика в мой адрес. За то, что я забрала 30 единиц штата, которые 3 года не функционировали, и это экономия. Может быть, это неудобные вещи для театра, но 100% удобные вещи для культуры и для горожан.